Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добро пожаловать на урок русского языка! Итак, начинается урок русского языка. На уроке мы много работаем. Мы много говорим по-русски, мы читаем по-русски, мы пишем по-русски. Хорошо, хорошо. So recently we have been talking about reading newspapers and magazines, subscribing to newspapers and magazines, and buying newspapers and magazines. Итак, мы говорим о том, как люди покупают газеты и журналы. А скажите, пожалуйста, где люди покупают газеты и журналы? Они покупают газеты и журналы в киоске. Люди покупают газеты и журналы в киоске. Или, or, они выписывают газеты и журналы. Выписывают газеты и журналы. Я выписываю журнал Russian Life. Это очень интересный журнал. Я с удовольствием читаю этот журнал. Я выписываю журнал Russian Life. Иван Иванович и Анна Петровна выписывают газеты и журналы. А их сосед Василий Николаевич покупает газеты и журналы в киоске. А как? How? Как люди покупают газеты и журналы? Да? Что они говорят? And you remember, during our previous lesson, we worked on the first three dialogues on page 183 in your Russian for Everybody textbook. Page 183. And from these three dialogues, we learned what we need to know, or what we need to say when we buy newspapers and magazines. У вас есть журнал Москва? У вас есть журнал Russian Life? У вас есть журнал Иностранная литература? У вас есть газета Россия? У вас есть газета Известия? If you would like to find out what newspapers and magazines they have at this particular newsstand, what do you ask? What newspapers and magazines? Какие газеты и журналы у вас есть? Да? Какие газеты и журналы у вас есть? And then the person who works at that stand will say, well, we have this, this and that. У нас есть, сегодня у нас есть газета «Известия», газета «Правда», журнал «Москва», журнал «Иностранная литература». Then you make your choice. Газету «Правда», пожалуйста. О, газету «Известия», пожалуйста. Notice that we are using the accusative case. Да? Газету «Комсомольская правда», пожалуйста. О, журнал «Москва», пожалуйста. Журнал «Иностранная литература», пожалуйста. And then you pay and say спасибо. Да? Хорошо, хорошо. Let's take a look at an exercise that we have in our textbook. We are now on page 184. 184. Упражнение 10.13. Exercise 10.13. Упражнение 10.13. Again, we are practicing with buying newspapers and magazines. So, у вас есть «Комсомольская правда»? Пожалуйста. Что еще? So, what is the lady who works at the newspaper stand saying? Here it is.
пожалуйста. You remember that the word пожалуйста means a lot of different things. So here she is saying, well, here it is. Пожалуйста. Что еще? What else? Что еще? And you say, больше ничего. Nothing else. Yeah? Больше ничего. Спасибо. У вас есть комсомольская правда? Пожалуйста, что еще? Больше ничего. Спасибо. Now let's try buying the newspaper «Вечерняя Москва». «Вечерняя Москва». So how will you ask for the newspaper «Вечерняя Москва»? Evening Moscow. У вас есть «Вечерняя Москва»? Пожалуйста. Что еще? And how do you say that you don't need anything else? Больше ничего. Спасибо. Хорошо. Let's try buying newspaper «Советский спорт». You're interested in sports. You need newspaper «Советский спорт». Итак, пожалуйста. У вас есть «Советский спорт»? Пожалуйста. Что еще? And again, you need to say, well, I don't need anything else. Thank you. Больше ничего. Спасибо. So you will be practicing with this type of situation in your conversation class, and I want you to be very prepared for this particular part of your conversation class practice. So you may want to take an additional look at exercise 10.13. Ну, хорошо, хорошо. Let us take a look at those three dialogues one more time. And you can follow in your textbook. These dialogues appear on page 183. Так, давайте посмотрим, как люди покупают газеты и журналы. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, у вас есть «Вечерняя Москва»? Да, есть. А «Известия»? Тоже есть. А «Москва»? Пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, «Россию» и «Советский спорт». Пожалуйста. Что еще? Больше ничего, спасибо. Пожалуйста. Какие журналы у вас есть? У нас есть «Москва», «Октябрь», «Семья и школа» и «Америка». «Америку» и «Октябрь», пожалуйста. Пожалуйста. Что еще? Спасибо. Больше ничего. So, to develop the theme of today's lesson, let us go back to the text «Наш газетный киоск». It is on page 181 in your textbooks. Page 181. Текст «Наш газетный киоск». Я смотрю в окно и вижу газетный киоск. В киоске работает пожилая женщина Галина Васильевна. А раньше здесь работала Таня, симпатичная молодая девушка. И все молодые люди, которые живут недалеко, приходили сюда, покупали газеты и журналы только здесь. Они покупали газеты «Россия», «Известия», «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва», «Советский спорт», журналы «Америка», «Москва», «Октябрь», «Иностранная литература». Итак, скажите, пожалуйста, кто сейчас работает в газетном киоске? Галина Васильевна, пожилая женщина. А кто раньше? Раньше. Кто
кто раньше работал в газетном киоске? Таня. А раньше здесь работала Таня. Симпатичная, молодая девушка. And then we know that все молодые люди, которые живут недалеко, приходили сюда, used to come here, покупали газеты и журналы только здесь. Well, let us see how the story develops. We are now on page 182. Вадим, который живет в квартире номер 7, видел Таню и утром, и вечером. Вадим выписывает газеты «Комсомольская правда» и «Советский спорт». Но утром он покупает в нашем киоске газеты «Россия» и «Московская правда», а вечером газеты «Известия» и «Вечерняя Москва». Вадим не играет в шахматы, но он покупал журнал «Шахматы в СССР». Итак, Вадим. Мы знаем, что Вадим молодой человек. Да? Молодой человек. Скажите, пожалуйста, где он живет? В квартире номер 7. Вадим живет в квартире номер 7. Какие газеты он выписывает? Вадим выписывает газеты «Комсомольская правда» и «Советский спорт». Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие газеты он покупает утром? Утром он покупает газеты «Россия» и «Московская правда». Так, а вечером? Какие газеты он покупает вечером? Он покупает газеты «Известия» и «Вечерняя Москва». Хорошо. Скажите, пожалуйста, Вадим играет в шахматы? А? Он играет в шахматы? Нет. Так, а какой журнал он покупал? «Шахматы в СССР». Он покупал журнал «Шахматы в СССР». And now the tough question. Почему Вадим покупал журнал «Шахматы в СССР»? And to be able to answer this question, we need to remember, кто раньше работал в газетном киоске. Кто раньше работал в киоске? Таня, да? Симпатичная молодая девушка. Раньше в киоске работала Таня, и Вадим покупал в киоске газеты и журналы. Он покупал газеты и журналы утром и вечером. Ну, хорошо, хорошо. Let's continue, and we will take a look at another paragraph, at the next paragraph. А Виктор, студент, который живет в квартире номер 10, не только покупал в киоске газеты и журналы. Not only did he buy in the kiosk newspapers and magazines, но и проводил здесь свободное время.
So not only did he buy here newspapers and magazines, but he also did what? Проводил. Check on this verb in the footnotes. But he also spent here all his free time. Свободное время. So not only did he buy newspapers and magazines, but also spent here his free time. Он покупал журналы «Москва», «Октябрь», «Америка» и даже журнал «Семья и школа». Хорошо. Итак, Виктор. Кто Виктор? Он студент. Он молодой человек. Да? Скажите, пожалуйста, где он живет? В квартире номер 10. Итак, скажите, пожалуйста, какие журналы покупал Виктор? Какие журналы покупал Виктор? Он покупал журналы «Москва», «Октябрь», «Америка» и даже журнал «Семья и школа». Даже журнал «Семья и школа», which is probably interesting only for parents and school teachers. But still, he would use that as a pretext to go to the newspaper kiosk. Журналы «Москва», «Октябрь», «Америка» и даже журнал «Семья и школа». And we also know that Виктор проводил здесь, he spent here, проводил здесь свободное время. Ну, хорошо. And now the very end of this text, the very last paragraph. А сейчас, so we switch from the past to the present. А сейчас я вижу в киоске Галину Васильевну, которая скучает. Again, check on the verb скучать in the footnotes. I see Галина Васильевна who is bored. Которая скучает. И Виктора. Да? I also see Victor. И Виктора, который идет мимо. Who is passing by. Again, мимо is explained in the footnotes. Который идет мимо. Who is passing by. И ничего не покупает. And he buys nothing, ничего, nothing. Даже советский спорт, even Soviet sport. So, Галина Васильевна скучает, Галина Васильевна is bored, and Виктор идет мимо, Виктор is passing by, и ничего не покупает, and he doesn't buy anything. Even Soviet sport. And the very last sentence of this text. Где же наша Таня? Where is our Таня? Где же наша Таня? So Таня is gone. She doesn't work at the newspaper kiosk anymore. Она сейчас уже не работает в газетном киоске. И молодые люди не покупают газеты и журналы. Ну, хорошо, хорошо. So, we reached the end of the story. And congratulations, this is your first Russian story, the first story that you read in Russian that has romantic undertones. Таня – симпатичная молодая девушка. Не работает в газетном киоске, и молодые люди не покупают газеты и журналы, даже советский спорт. Ну, хорошо,
Хорошо. So, of course, you will be reading and discussing this story during your conversation class. So, that's another thing that I want you to be very well prepared for. Again, all the new words and all the names of newspapers and magazines are explained in the footnotes. So, you can always check on them there. Хорошо. There is an excellent expression that we can learn from this text. Проводить свободное время. Let's use the footnotes on page 182, and I want you to find the verb проводить. Проводить. It appears here on the fourth line. We are on page 182. Проводить. To spend. Not money, but time. To spend time. Проводить. And look that in parentheses, notice that in parentheses we have conjugated forms. So, я провожу, I spend, я провожу, ты, read the next form, проводишь, он проводит, мы проводим, вы проводите, они проводят, они проводят, они проводят свободное время. To spend free time. Проводить свободное время. To spend free time. So our next topic for discussion is how people spend their free time. Как люди проводят свободное время. Как вы проводите свободное время? Вы читаете книги, газеты, журналы? Вы играете в футбол? Вы играете в баскетбол, в теннис, в шахматы, в гольф? Вы смотрите телевизор? Вы слушаете музыку? Как? How? Как вы проводите свободное время? Let's take a look at this question. Как вы проводите свободное время? How do you spend your free time? Как вы проводите свободное время? When confronted with your question, you begin your answer with in my free time I do this and that. В свободное время, в свободное время я, and then you proceed to describe what it is that you do in your free time. Notice that your answer starts with the preposition в, in my free time. В свободное время я читаю газеты, книги, журналы, я смотрю телевизор, я слушаю музыку, etc., etc. В свободное время. If someone were to ask me, Вера Алексеевна, как вы проводите свободное время? I'd say, в свободное время я работаю в саду. У меня есть сад. В свободное время я работаю в саду. Я очень люблю работать в саду. В свободное время я много работаю в саду. Ну, хорошо. And of course, in your free time, you might like to go to the movies. We all like to go to the movies. So let's learn this expression, to go to the movies. Ходить в кино. Ходить в кино. That's a very good addition to your vocabulary. Ходить в кино, to go to the movies. Ходить в кино. Did you say it? Did you say it out loud? Ходить. Ходить в кино. В свободное время я
люблю ходить в кино. В свободное время мы любим, we like, мы любим ходить в кино. Я думаю, что в свободное время вы любите ходить в кино. Все люди, all people, все люди любят ходить в кино. Just use this phrase in its infinitive form. We like to go to the movies. В свободное время мы любим ходить в кино. Don't conjugate this phrase. Don't attempt to conjugate this phrase. Use it in its infinitive form. When you say we like to go to the movies. Мы любим ходить в кино. Ну, хорошо, хорошо. So right after this lesson, work on your additional exercises and then at home, take your textbook, учебник, find урок номер 10 and on pages 181 and 182 and 183, practice reading the text, наш газетный киоск, and the dialogues that come right after the text in the section «Давайте поговорим». So this is your oral homework. Then take your workbooks, рабочие тетради. Also find урок номер 10, урок номер 10. And work on questions 1 through 5. 1 through 5. And then work on sentences 6 through 10. 6 through 10. So in 1 through 5, you have to answer questions according to the model. And then in 6 through 10, you have to change the sentences here from the past tense, from the present tense to the past tense. And of course, the образец, the model, shows you what to do, what is expected of you here. So you work on numbers 1 through 10. And that will be an excellent review of the formation of the past tense. Ну, хорошо, хорошо. So we have completed the study of урок номер 10 in the Russian for Everybody textbook. And we learned some very important things here. We learned how to build the past tense, how to use it appropriately. Then we looked at the accusative case of inanimate nouns. And we learned about the relative adjective который. Also, when you are practicing reading the text «Наш газетный киоск», take a glance at section 10.9, notes on individual words. We have discussed all the vocabulary in the text, but the textbook offers some really good insights into the use of this vocabulary. So, notes on individual words. Итак, сегодня мы много говорили по-русски. Мы много читали и много говорили по-русски. Вы хорошо работали. Большое спасибо. До свидания. Bye.
Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Добро пожаловать на урок русского языка. Итак, начинается урок русского языка. И как всегда, as always, как всегда, на уроке мы говорим по-русски, мы читаем по-русски и мы пишем по-русски. На уроке мы много работаем. Хорошо. Сегодня на уроке we will be reviewing the material of урок номер 10 for the test. And you remember that from урок номер 10 we learned about the past tense, we learned about the accusative case of animate nouns, and we also learned a lot of new vocabulary. So today we will be reviewing all these things that you need to know, that you need to remember well in order to score in a good way for on your test. So let's get busy. Давайте начнем работать. Let's begin with the past tense. We will be using Максим, Нина, мама и папа to make up examples with the phrases in the past tense. Well, читать газеты. Читать газеты. Let's say Максим was reading newspapers. Пожалуйста. Максим читал газеты. How about saying the same thing about Нина? Нина читала газеты. Папа и мама? Папа и мама читали газеты. Verbs in the past tense are genderized. So they have masculine, feminine, neuter, and plural forms. Хорошо. Well, let's continue our practice with Максим, Нина, папа и мама. And this time, let's say that they listen to music. Слушать музыку. Максим слушал музыку. Нина слушала музыку. Папа и мама слушали музыку. Хорошо. Говорить по телефону. Говорить по телефону. Максим говорил по телефону. Нина говорила по телефону. Папа и мама говорили по телефону. Папа и мама говорили по телефону. Хорошо. But what happens when you have я or ты as the subject of the sentence? What do we do about the gender of that verb? The gender of the verb agrees with the gender of the person. So if I were to make a statement about what I did yesterday, I'd be using feminine forms. Вчера я читала газеты и журналы. Вчера я смотрела телевизор. Вчера я говорила по телефону. Хорошо. Just remember about using past tense verbs appropriately. You have to know, you have to remember that Russian past tense verbs are genderized and they have masculine, feminine, neuter, and plural forms. Ну, хорошо. What do we know about the verb быть, to be? In the present tense, the verb быть doesn't have any forms. Сейчас я на работе. Сейчас вы в школе. But in the past tense, the verb быть functions just like any other Russian verb. Вчера я была на работе. Вчера вы были в школе. So let's take a look at the verb, at the past tense forms of the verb быть. Он был, она была, оно было, они были.
был, была. And you remember, we pronounce this verb form with the accent on the last syllable. La. Она была. Оно было. Они были. Хорошо. Хорошо. Итак, вчера я была на работе. Иван Иванович был на работе. Да? Анна Петровна была на работе. А Максим и Нина были в школе. Хорошо. Well, besides the verb быть, we should also remember about the verbs that end in -ся. Учиться, улыбаться, начинаться, кончаться. Do you remember what happens to these verbs when we put them in the past tense? Let's take a look at this. If a verb ends in -ся, we follow the first two steps of the regular procedure for the past tense and then add -ся or -с and a soft sign at the end. So let's take a look at the verb улыбаться. Okay? Remember, the first thing that we need to do is drop -т and the soft sign in order to find the verb stem. The verb stem is улыба. Он улыба, add -л for the past tense, and add -ся at the end. Он улыбался, he smiled, or he was smiling. Она улыба, we add -л for the past tense, а to make it feminine, and we complete the verb form with -с and the soft sign. Она улыбалась. Они улыба, L for the past tense, E to make it plural, S and the soft sign to complete the verb form. Они улыбались. Он улыбался. Она улыбалась. Они улыбались. Хорошо. Хорошо. Let's take the verb учиться. Учиться. And we will say he studied, she studied, they studied. Он учился. Он учился. Она училась. Она училась. Они учились. Они учились. Хорошо. Хорошо. Now you are attending high school, but previously you studied at the elementary level and then you attended the middle school. So, how would you answer this question? Где вы учились раньше? Где вы учились раньше? Again, you begin with раньше я учился, or я училась в школе, and then you name your elementary school or your middle school. Раньше я учился в школе, name of your school. Or раньше я училась в школе, name your school. But again, use the verbs appropriately. If you use я as the subject of the sentence, the gender of the verb agrees with your own gender. Ну, хорошо. Хорошо. А сейчас давайте сделаем упражнение. Давайте посмотрим на картинки, и вы мне скажете, you will tell me, вы мне скажете, что они делали. Итак, пожалуйста, что они делали? Они играли в футбол. Хорошо. А что он делал? Он читал газету. Хорошо. Что она делала? Она говорила по телефону. Хорошо. А что она делала?
Она читала книгу. Хорошо. Что он делал? Он работал. Что они делали? Они смотрели телевизор. Они смотрели телевизор. Хорошо, хорошо. А сейчас опять давайте сделаем упражнение. Возьмите свои ручки или карандаши, ручки, карандаши, тетради. И сейчас давайте сделаем упражнение. I want you to look at these sentences. All of these sentences are in the present tense. Now rewrite these sentences in the past tense. Итак, пожалуйста, write the sentences in the past tense. Ну, хорошо, хорошо. So you had enough time to write three sentences in the past tense. Let's take a look at what you should have in your notebooks. Итак, Максим играет в футбол. In the past tense, your statement should say Максим играл в футбол. Максим играл в футбол. And since Максим is a boy, we're using a masculine form here. Номер два. Она слушала музыку. We need the feminine form with the a ending. Она слушала музыку. Номер три is a question. Кто жил в доме номер один? Да? Who lived in house number one? Кто жил в доме номер один? The question begins with кто. Кто is the subject, is a grammatical subject. And you remember that with the pronoun кто, we always use a masculine form. Кто жил в доме номер один? Who lived in house number one? Кто жил в доме номер один? Хорошо, хорошо. Let's talk a little bit more about asking questions. When we ask questions, we need our interrogative words. Who, what, when, how, why, etc., etc. Do you remember all the interrogative words that we learned with you in Russian? Let's take a look at them. Кто, что, где, where, когда, when, как, how, and почему, why. Кто, что, где, когда, как, почему. Please read these interrogative words out loud in your classrooms. Кто, что, где, когда, как, почему. Да, где, where, когда, when, как, how, and почему, why. Ну, хорошо, хорошо. А сейчас давайте сделаем упражнение. Возьмите ручки или карандаши, тетради, and let's ask a few questions. Let's take a look at these three sentences. I want you to ask questions about the highlighted words. So please write down three questions.
Ну, хорошо, хорошо. I hope that you are ready with your questions. Let's go over this exercise. Они смотрели телевизор. If we don't know who watched television, what question do we ask? Кто смотрел телевизор? Again, we begin our question with кто. And with кто, we can only use a masculine form. Кто смотрел телевизор? Who watched television? Номер два. Мама покупала фрукты. We don't know what mother was doing. And we ask, что делала мама? Что делала мама? What did mother do? Or what was mother doing? Что делала мама? Мама is your grammatical subject in this sentence, so the verb takes the feminine form. It takes the feminine ending. Что делала мама? В субботу Антон отдыхал. We don't know when Антон was resting, so we ask, когда Антон отдыхал? Когда? When? Когда Антон отдыхал? Ну, хорошо. Хорошо. One more time, I would like to remind you about the questions that begin with кто and что. Especially those questions when кто and что appear as grammatical subjects. So, questions with кто and что as grammatical subjects. Let's take a look at this rule. In the past tense, always use masculine verb forms with кто. Кто читал книгу? Who was reading a book? Кто играл в шахматы? Who played chess? Or who was playing chess? Кто смотрел телевизор? Who was watching TV? Or who watched TV? So, in the past tense, if кто appears as a grammatical subject in your question, we can only use masculine verb forms. Кто читал книгу? Кто играл в шахматы? Кто смотрел телевизор? Хорошо. And when что appears as a grammatical subject, we use neuter verb forms. Что было на столе? What was on the table? Да? Что здесь было раньше? What was here previously? Что здесь было раньше? Again, что appears as a grammatical subject. Что было? With что we use neuter verb forms. Ну, хорошо. But again, the main thing for us to remember is that the verb agrees in gender with the grammatical subject. Да? Что делала мама? Что делал Максим? Кто смотрел телевизор? Что было на столе? Subject-verb agreement is very, very important. You know, we talk about subject-verb agreement, adjective-noun agreement. You know, there's a lot of agreement going on in the Russian language. Everything has to be perfectly coordinated. Ну, хорошо. Хорошо. Let's continue with our grammar review, and now it's time for us to look at accusative animate nouns. Accusative animate nouns. Everything is easy with feminine nouns here. You remember that feminine nouns simply change their endings from a to u. Yeah? Mama becomes mamu. Nina, Nino. You can take my name, Вера Алексеевна, and in the accusative case, it becomes Веру Алексеевну. You can say, мы хорошо знаем Веру Алексеевну. Хорошо, so let's take a look at this rule. Accusative animate nouns. With feminine nouns, they change their endings from A to U. And then those feminine nouns that end in a soft sign, as мать and дочь, they stay the same.
feminine nouns that end in the soft sign do not change. They simply stay the same. Do you remember what happens to masculine nouns? Let's look at this rule about masculine nouns. Брат becomes брата, Олег – Олега. Masculine nouns receive the A ending. Masculine animate nouns in the accusative case receive the A ending. And those masculine nouns that end in A change their endings according to the feminine pattern from A to U. Дедушка becomes дедушку, Ваня becomes Ваню. Хорошо. We reviewed the rules, and now it's time to practice. Давайте сделаем упражнение. Давайте посмотрим на картинки, и вы мне скажете, кого вы видите. Хорошо. Итак, посмотрите на эту картинку. Скажите, пожалуйста, кого вы видите? Мы видим Максима. Максима. Так, а сейчас кого вы видите? Мы видим Нину. Хорошо. Кого вы видите? Мы видим Ивана Ивановича. Хорошо. А сейчас кого вы видите? Мы видим Анну Петровну. Хорошо. А сейчас кого вы видите? Мы видим Таню. Так, а сейчас мы видим Виктора и Вадима. Мы видим Виктора и Вадима. Хорошо. Хорошо. Now we can use nouns and pronouns in the accusative case. And remember in sentences like «Как вас зовут?» «Как тебя зовут?» Or «Меня зовут Вера Алексеевна». We are using accusative pronouns. Меня зовут Вера Алексеевна. Мы видим Максима. Мы его хорошо знаем. Мы видим Нину. Мы ее хорошо знаем. So now we know how to use nouns and pronouns in the accusative case. Хорошо. While we were studying урок номер 10, мы говорили о том, как люди читают газеты и журналы, как они покупают газеты и журналы в киоске и какие газеты и журналы они выписывают. And I expect you to be able to handle this topic very well. You should be able to say whether you buy newspapers or magazines or whether you subscribe to newspapers and magazines. You should be able to say what newspapers and magazines you buy, what newspapers and magazines you subscribe to. You should be able to say, to express what you do in your free time and what you did last night. Right? We have been talking about these things over and over again. But let you remind me about this question. Что вы делаете в свободное время? What do you do in your free time? Что вы делаете в свободное время? В свободное время я люблю работать в саду. So you begin your answer with в свободное время. В, notice this preposition here, it's important. В свободное время. В свободное время
Я люблю читать книги, работать в саду, смотреть телевизор и ходить в кино. В свободное время я люблю ходить в кино, работать в саду и читать книги, газеты и журналы. And another important question that I want you to be very aware of is, что вы делали вчера вечером? Notice that this question is in the past tense. What did you do last night? Or what were you doing last night? Вчера вечером. So begin your answer with вчера вечером. Вчера вечером я читала газеты и журналы. Я смотрела телевизор, я говорила по телефону. So again, these are some of the questions that you need to be able to handle both orally and in writing. And now let me tell you what exactly you need to review to be prepared for the test. Итак, посмотрите, пожалуйста. Carefully review sections 10.1 and 10.2 in the Russian for Everybody textbook. And practice asking various types of questions. Like, what did you do last night? What was mother doing? Where did you study? Etc., etc. So review sections 10.1, formation of the past tense, 10.2, accusative case of inanimate nouns. And of course, you need to be able to come up with different types of questions and be able to answer different types of questions. So this is just an overview of what you should be dealing with or what you will be dealing with on your next test. And of course, the test is based on урок номер 10. Так, сегодня мы много работали. Мы говорили по-русски, мы читали по-русски и мы много писали по-русски. Ну, хорошо. Итак, большое спасибо. Study hard tonight. И до свидания. Good luck on your test. Thank you.